Хорошо, давайте я представлюсь для начала. Меня зовут Владимир. Сегодня познакомимся с таким стилем, кто-то, может быть, знает уже, да, брейкинг. Это про... Раз, два, три. Туда прыжок вниз. Учите. Проходят года, и у вас появляется какой-то собственный стиль. Правда? Еще важно, ребят, когда вы делаете, вы задумываетесь, откуда это движение пошло, да? Знаете название? Это называется кофе-гриндер. Ну, могу сказать, тебе понравилось вот это. Ну все, давайте тогда слопнемся руками, да?